Бедный студент не может похвастаться крутыми школьными принадлежностями. О, нет, все мои тетради промокли. Еще и карандаш заканчивается. У меня нет денег, чтобы купить новый. Термос снова пролился. Мой картонный рюкзак этого не выдержит. У богатого студента таких проблем нет. У него самый дорогой сорт винограда на ланч и эксклюзивные вещи. Прислуга! Посмотрим, что у нас тут. Неплохо. А мне придется писать огрызком. Это выглядит слишком просто. Вау! Спасибо! О, золотая ручка от Луи Футон. Я возьму ее. Можешь идти. Все на местах? О, нет, как я могла забыть? Я должна подготовить рабочее место для Кэрол, навести здесь порядок и аккуратно разложить школьные принадлежности. Ультра богатый студент не нуждается в прислуге. Учитель сделает все сам. Все готово, заходи. У ультрабогатой Кэрол список пожеланий, как у топовой суперзвезды. Присаживайся, пожалуйста. Стул без мягкой обивки? Извини. Вот ультрамягкая подушка специально для тебя. Так-то лучше. Чаевые за ваше старание. Запах богатства. Да уж, уроки в этом классе обещают быть веселыми. Ребята, на сегодняшнем уроке биологии мы будем знакомиться с вашими питомцами. Какая прелестная золотая рыбка. Какой большой человек. Посмотрите на ее плавнички. Разве она не очаровательная? Не знал, что учительница фанатка рыбок. Ник, твоя очередь представлять питомца. Ладно, сейчас. Ой, это не та коробка. Познакомьтесь с моим другом. Это же таракан. Убери эту гадость. Как вы посмели оскорбить агента Усика? Не слушайте глупости, приятель. Кэрол, а какой у тебя питомец, покажи нам. Прислуга, ко мне. Не поняла, почему никто не отзывается. Ты просто не сделала домашку. Я не хочу получить двойку. Мисс, ТТ сорвался с поводка. Я не смог его удержать. Мой малыш, как ты допустил такое? Он очень сильный. Ой, похоже, ТТ нашел к нам дорогу сам. Да уж, домашний питомец лев не лучшая идея. Мне нужно взять учебник к следующему уроку. Но в шкафчике бедного Ника хранятся не только книги, но и горы мусора. Нет, только не снова. Ой, миссис Адамс, извините, ты испортил мой новый пиджак от Тручи. Я этого так просто не оставлю. Наслаждайся жизнью двоечника. Но за что? Еще эти мажоры надо мной смеются. Он похож на чучело огородное. Хочешь, я покажу тебе что-то действительно красивое. Смотри, у меня новый золотой шкафчик, в котором ты можешь увидеть свое отражение. Вау, это очень круто. Ты всегда выглядишь сногсшибательно. Тоже мне нашел чем хвастаться. Ничто не сравнится с моим шкафчиком. Как такое возможно? Она использует магию вне Хоктрумца? Эбби, куда ты? Ладно, я сам проверю, что это за волшебство такое. Ого! Да у нее здесь целая гардеробная брендовых вещей. О, нет, сигнализация сработала. Нужно выбираться отсюда. Шкафчик ультра богатой студентки больше похож на сейф, где хранятся драгоценности. Прихвачу кое-что ценное на память. Несмотря на финансовый статус, бедный Ник хочет выглядеть стильно. Я хочу набить крутое тату. Без проблем. Ознакомься с нашим прайсом. Это все, что у меня есть. Ты смеешься надо мной? Моя работа стоит больших денег. Услуги топового мастера могут позволить себе только настоящие богачи. Присаживайтесь. Я знаю, что предложить такому моднику, как вы. Классический синий. Не, я больше поклонник серебра.
Обычный лак для ногтей, не для меня. Итан делает серебряный маникюр. А можно мне тоже такой, но из золота? А сколько стоит такой маникюр? Вам это не по карману, молодой человек. Единственный выход для бедного Ника – это сделать маникюр самому. О, мой золотой маникюр готов? Отличное наращивание. Теперь мои ноготки выглядят скучно. Эй, ботан, подвинься. Я хочу набить тату вот здесь. Ого, Итан набивает тату. Мастер, я буду следующей на татуировку. Хорошо, ультрабогатая Кэрол всегда должна выглядеть лучше всех. Спасибо за работу, получилось блестяще. А вот бедный Ник, похоже, зря пришел в салон. Ведь он не может позволить себе никакие бьюти-услуги. Это тату отражает мою личность. Теперь все будут видеть, что я богачка. А что, можно было выбрать пигмент? Тогда я бы не сделал обычную черную татуировку. Ха-ха-ха, неудачник. Я хочу сделать стильную и очень дорогую прическу. Я точно знаю, что вам понравится. Вплетать золотые карты в волосы. Вау, эта прическа отлично подчеркивает мою индивидуальность. Похвастаюсь подписчикам. Кэрол похожа на златовласку. А почему это мы прохлаждаемся? Уборка сама себя не сделает. Но я не... Бедному Нику не нужен бьюти-гуру. Он сам себе стилист. Это что, бюджетная статуя свободы? Ребята, сегодня мы пишем контрольную по географии. Сейчас я раздам вам тесты. В классе, где учатся бедный, богатый и ультрабогатый студенты, отношение ко всем разное. Не понял, что это, учитель? Здесь уже стоит оценка. Смотри, какой наблюдательный. Вот новый бланк. Я не должен получить двойку. Нужно постараться. Так, посмотрим. Кэрол, ты знаешь, что нужно делать? Нет? Ладно, попробую разобраться сам. Или попросить помощи учителя. Итан, это контрольная работа. Я не могу вам подсказывать. Хорошо, что я умею убеждать. Хотя, помогать студентам – это же долг учителя. Давай, пиши. Миссис Адамс помогает Итану, а мне что делать? Я тоже не знаю, как решать этот тест. Но я знаю, чьей помощью можно воспользоваться. Алло, ты мне нужен. Я здесь, мисс. В чем дело? Ты же любишь решать научную чепуху? Обожаю. Я проверила ваши работы. Вы хорошо потрудились, молодцы. О, у нас пятерка с плюсом. Я заслуживаю благодарности. Ладно, держи. Спасибо. Отличная работа, Итан. Видно, что ты хорошо разобрался в этой теме. Не без моей помощи, конечно. Спасибо за подсказку, учитель. Надеюсь, я хорошо справился. У меня двойка. Извините, но это не мой тест. Вечно тебе что-то не нравится. Можешь взять другой. Только оценка твоя не изменится. Но почему? Это так несправедливо. Выпускной – это волнующий день для каждого студента. Давайте начнем церемонию вручения. Поаплодируйте Кэрол! Она настоящая звездочка нашего колледжа. Только посмотрите, как она сияет. Поздравляю с выпуском, Кэрол. Они слишком ли ее нахваливают? Эй, отцепитесь от меня. Поаплодируем, Кэрол. А следующим на эту сцену выйдет Итан. Студент богатый не только умом, но и сердцем. Мои поздравления, ты хорошо поработал, Итан. Все, можешь идти. И наш последний выпускник, поприветствуем его. Поздравляю, Ник. Спасибо. Наша церемония вручения завершена. О, уже все? Спасибо, что пришли. Я свободен. Звезда уходит. Кэрол, твоя шапочка выпускника.
или мне оставить ее себе? Напишите в комментариях. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи! Ha 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 ha!